Ну как ты, Игорюк? Нормально? Четвертый день. Что делать будешь? Разминка для фотошота. Сделаю один штифт с уголком. Переход в задний бланш. Через передний вниз. Задний бланш. Уголок. Я ни хера не понял, но давай посмотрим. Какие-то матерные слова сказал, блядь. Штиц. Штиц, это кто такой? Сколько приседает? Ёпа мать. Мне даже смотреть больно. Разминка? Вау. Ну теперь что ты делаешь? Что я могу делать? Жима стоя. Штиц, короче, на грудь. Штиц на грудь. Штиц. Штиц в грудь. Для фотошопа. Нормально. Блин, плечики нальем и фоткаться начнем, да? Амин. Камон, Доминго, фастер, фастер, фастер! За время песни нужно максимальное количество раз сделать приседания на приседания. Come on, guys, come on, come on, come on! Come on! Come on! Be strong, be strong! Thank you.
Good? That's good. That's good. 160 squats. 160? Yes. Good job, guys. Yeah. Nice squat. Давай. Давай, давай, закончи. Закончи. Молодец. Вот, бля. Как ты, Игорек? Нормально. Нормально? Нормально. Рабочий день? Рабочий день продолжается. Сегодня на картошку поедем, да? На картошку поедем. Здесь, кстати, его первый зал. Серьезно? Ну что, наши каникулы в Мексике с Игорем Зариповым продолжаются. Сегодня последний день, и штангу поднимать нам немножечко уже поднадоело, и мы решили сделать такой небольшой картофельный челлендж, да, такой приобщиться немножко к мексиканской культуре. Покажем вам, как студенты, мексиканские студенты ездят на картошку, на эту ерунду нас навели рассказы наших родителей о том, как в студенческие годы они ездили на картошку, да. Я думаю, что это немножко отличается, и мы вам это покажем. Мы сами заодно попробуем. Мы будем грузить или картошку, блядь, 50 килограмм, охерели, тяжело. 50 килограмм, да. Да. Warming up. Warming up. Типа, мы тут... Я здесь так. Бля, ты посмотри, сейчас студенты покажут, как это делают они. Come on. Оба. It's good. Что-то они, Игорь, не похожи на студентов-то нах. Или двоечник, а? Двоечники, слышишь? Дал. Окей. Картофельный челлендж.
Сейчас начнется самое интересное. Зачем мы, собственно, сюда и приперлись? Необычный способ сбора картошки. Во всяком случае, я такого точно не видел. Это как финальная картинка. Пипец. Смотри, сколько. А что это за институт-то? Патриса Лумумба, блин. Дружба народов. Ты же наузенькая уза. Слышь, ни хрена себе они приноровились, да, Игорек? Пипец тяжело, блин. Это легко. Давай. Слушай, это тяжело, реально. Кроссфит реальный, да? Я вис кроссфит. Реально. Дима и испортил многовековую традицию сбора урожая. Сломал нахрен дощечку, блядь. Он очень тяжелый. Проломил чуть-чуть, блядь. Окей, блядь. Это реально тяжело. Два мешка тут собрали, да? Я три. А, тут три, да, два. Окей, ну, Макс.
Олечек, как дела? После картошечки. Выспался? После сна? Ну что, добренько? А это ты картошку с плантации захватил? Одну специально приготовьте, да? Что там, прожарили, нет? Нормально? Типа 1, 2, 3, 4, 5, push press. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, explosion. Whoop. Okay. Go next. Come on, same. 1, 2, 3, 4, 5, go! Whoopa! Faster! Jerk! 1, 2, 3, 4, 5, go! Whoopa! Let's go. Knees out. 1, 2, 3, 4, 5. Push press. Whoop. Faster. One more. Explosion. 1, 2, 3, 4, 5. Go. Whoop. Perfect. Jerk. 1, 2, 3, 4, 5. Jerk. Faster. What? Super. This is jerk. Come on, man. Deeper, knees out. 1, 2, 3, 4, 5. Push press. Come on, be strong. Jerk. 1, 2, 3, 4, 5. Jerk. Whoop. Good. That's good.
Супер. Давай, засади ее, блядь. В потолок, по-хозяйски ее. Или ты ее, блядь, или она тебя. Давай. Лезь в нее, лезь. Не бойся, лезь в нее. Залезь. Жестко. Взял, взял. Вот она, блядь. Супер. Супер. Окей, continue, guys. Что ты говоришь? Я с пола 120 не могу сделать. Это 120 было? Да. Пиар? 45 килограмм. 40 килограмм пиар? Я последний раз сделал. Come on. Who next? Дима, что вы делаете? Что мы делали? Мы качали охуенно. Come on, man. Go, go, go.
дела? А? Нормально все? Да. Последняя тренировка для ребят. Сейчас пролетаем. Come on, man, faster.
Закончились каникулы в Мексике. С Игорёчком мы отработали, голоса нету уже ни хрена. Вот завтра улетаем. Следующее мое пребывание будет через неделю в Швеции. Кроссфит Гёте. Вот. И дальше, я надеюсь, если из-за нашей политической обстановки Россия, Украина, мне все-таки дадут канадский визу, то в следующий раз мы с Игорёчком начнем работать в Канаде уже, да? Монреаль просит Валер Валербе. Много, короче, работы в Монреале. В Канаде. Баберли. Жду визы. Может быть, увидит кто-нибудь из посольства канадского. Дайте визу. Да, я хочу перед всем сказать спасибо Диме, если сделал 120 килограмм рыбок. Тим Винер, блядь. Едем жрать тюну. Тюну, да.